Просто после записи клипа на песню «Лицемер» день первый, вернее ночь. Что вы думаете по поводу записи клипа и вообще всего происходящего и произошедшего? Чувак, сейчас 5 часов утра, суббота. Мы практически без перерыва 5 часов трясли башками и всем остальным. Помимо этого, до этого у нас была репетиция, где мы делали новые песни. Очень крутые, кстати говоря. Скоро у вас будет возможность их заценить. Я себя чувствую как полное говно. Ну, выглядишь меня... так же. Спасибо, да. Я весь разваливаюсь, и в ближайшее время мне не удастся поспать. Потому что мы идем с толком... А, в смысле, потому что мы должны снимать остальные сцены. Рок-н-ролл.